Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це телеканал «Балінформкомпанія» і з вами я, ведуча Ольга Ігнатова. Зараз ми знаходимося на будівельному об'єкті. Зводиться спортивний комплекс у місті Балта. На якому етапі тривають останні передноворічні роботи, ми запитаємо у команди будівельників. Тетяна Ніколаївна, розкажіть, пожалуйста, будьте добрі, які роботи зараз ведуться на даному об'єкті? Ну, мы приступили к работам в ноябре месяце, начали вести первые, конечно, начали с земляных работ, как положено, четко по технологии, по проекту, который у нас передан нам заказчикам. Стараемся выполнить работы в сроки, даже опережая графики, но, к сожалению, погода мешает нам немножко, но преодолеваем, настраиваемся с помощью и города, спасибо всему городу, конечно, люди очень здесь доброжелательные, помогают нам. 70% свай мы уже практически залили, свайное поле уже готово. Сейчас выходим к ростверку, делаем уже планировку земли, земляные работы. Дальше идут у нас полы и каркасы, металлический каркас полностью здания. Здание будет каркасного типа, сэндвич-панели. Стараемся его сделать в ярких детских цветах. У нас будут здесь подпорные стенки. Будем сейчас планировать участок так, чтобы здесь было удобно ходить и детям, и инвалидам, и эксплуатировать это здание было тоже удобно. То есть эти все работы, вопросы мы сейчас прорабатываем уже с учетом того, как это здание будет работать в будущем. А сейчас я передам слово уже главному инженеру, он вам поподробнее расскажет про именно технологию работы. И вот то, что вы видите, это мы сделали на сегодняшний день за эту работу. В первую очередь мы, вы видите, это памятник, костел-памятник архитектуры. И в первую очередь мы должны его сохранить и делаем все необходимое, то, что предусмотрено проектом, чтобы исключить влияние нового строительства на это здание. Для этого там возводится подпорная стенка, которая будет держать этот откос, который вы видите. Значит, кроме того, мы уже подготовили пятно спортзала, там готовы сваи под фундаменты. Сейчас мы уже занимаемся полами там и фундаменты, заливкой фундаментов непосредственно уже спортзала. Значит, вдоль здания сделаны уже сети водопровод и канализации. Мы специально их не ждем, не делаем перед сдачей в эксплуатации, а делаем их раньше, потому что вы всегда знаете, что на сетях просадки и так далее, чтобы мы могли сдать объект красиво и хорошо. Сейчас делаем вертикальную планировку всей территории. С этой стороны будут находиться корты, теннисные корты. За ними котельная будет находиться. Весь этот комплекс будет ограждаться красивым декоративным забором, которым будут на заборе шарики, пики, то есть он будет смотреться. Для зведения спортивного комплекса у місті Балта використовується новітня, запатентована фирмой «Юніверсібуд» бурильна установка. Як працює дана техніка, ми запитаємо у розробників. Эта установка специально разработана для работы в местах в стесненных условиях. Там, где не могут работать большие буровые установки, приглашают нас с нашей малюткой. Она полностью разборная. Мы можем бурить сваи в подвалах, на откосах, делать берегоукрепление. Мы можем бурить сваи в любых стесненных условиях, где не могут работать большие установки. Она полностью разбирается, даже в помещении, в любой комнате, где нужно делать усиление фундаментов, мы можем поставить сваи в 20 сантиметров от существующих фундаментов, чтобы передать нагрузку на новые фундаменты. Поэтому везде по Украине, где случаются аварии, где проседают здания, где валятся откосы, где надо спасать какие-то здания в стесненных условиях, приглашают нас, и мы помогаем вот этой установкой делать. Это наша, так сказать, новая ХАУ, наша малютка делает чудеса и может делать сваи в любых неудобных местах. В данном случае на нашем объекте, вот тут в спортзале, очень большие перепады рельефа, и нельзя работать большой установкой. Поэтому мы привезли свою малютку и уже выполнили порядка 300 свай на данном объекте. Думаю, что мы положили хороший фундамент, заложили в ваш спортзал. Мы хотим сделать этот объект так, чтобы он был привлекательным для детей,
и для всего населения Балты. То есть мы хотим оставить свой, из Одессы свой след в Балте, чтобы нас помнили, как говорится, хорошим, не злым, тихим словом. Я думаю, що результат роботи такої професійної команди, як склалася і працює тут у вас, без сумніву стане нашою гордістю на дуже багато років і буде слуговувати для розвитку дітей і молодого покоління. За що ми вам дуже дякуємо і сподіваємось, що все буде в найкращому вигляді. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарити служби, які працюють в місті. Ми столкнулися з людьми, з такими обаятельними, які дійсно хочуть щось зробити для цього міста. Большое спасибо водоканалу Сергею Ивановичу, большое спасибо энергии Алексею Ивановичу, которые нам всячески помогают решать здесь вопросы, потому что вы понимаете, работать на расстоянии, сами мы из Одессы, 240 километров, конечно, надо иметь людей, на которые и мы можем опереться. Большое спасибо, конечно, городским властям, которые нам всячески способствуют и помогают, ну и нашему заказчику, уважаемому Кулику Петру Янковичу, это «Освита», для которой, собственно говоря, мы делаем. Мы тут работаем непосредственно уже с людьми, которые будут эксплуатировать это здание. Мы учли их пожелания по полам, по расположению. То есть учитываем все, чтобы в этом проекте было учтено все для нормальной его эксплуатации. Скажите, пожалуйста, какие сроки выполнения данного объекта и здания в эксплуатацию? Сроки зависят, к сожалению, от финансирования, но мы ориентируемся на конец следующего года, что этот объект будет введен в эксплуатацию. Есть трудности, есть немалые трудности, но вместе с городскими властями мы ее решаем. Что вы побажаете жителям города, району, керівництва напередодні Нового года? Ну, перед Новым годом можно пожелать только радости, хорошего настроения. Счастья всем-всем жителям Балты. Ну, а если мы можем чем-то этому способствовать, мы будем помогать. Вы знаете, Новый год такой праздник наш, праздник нашего детства, правда? И я хочу, чтобы в каждом семье дети были рады, чтобы они получали подарки, чтобы их дома, квартиры были светлы, тепло у них было на душе, в сердце, и чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне.